Хей, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Witcher Chronicles. Предыдущий босс был что-то с чем-то. Изначально я подумал, что он вообще сложно, потому что, ну, окна нету для удара. Потому что, если в натуре брать его закрыть, чтобы нельзя было к нему в ноги, ну, залезть и атаковать, то он сильный, он очень сильный будет. Потому что, по сути, он бьет 3 удара, делает рывок, удар, 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 дышит огнем, падание метеорита. Все в таком духе. Короче говоря, мне просто повезло, что недоработки, и такие много. Просто несбалансированные некоторые боссы. Тот босс, который... Ну, секретный босс... Ой, который мы, конечно же, не убьем, потому что ему помогают его союзники. Вы заметили? Какое там расстояние? Зато если я буду падать на эту херню, я не умру. О. А, да ладно. Открылся. Сезам открылся. Вот просто в натуре, как я понимаю. Вот баги вот эти с расстоянием. Там вообще падать. Ну, не, вообще не высоко. Зато я упал и умер сразу. Зато когда я лечу с своего косяка с горы, и я понимаю, что у меня урон вообще не пришел. Не хочу с ним драться. Ну, как я понимаю, это типа снова же арены. Ну, только если там нам помогали в предыдущие, помните, раз. То здесь мы уже соло. Мне кажется, сейчас в натуре, если будет 2 мини-босса, рыцаря, стража, дракона особенно, то я не жилец.
А, да ладно, я того убил? Лола, подожди, как этот умер? Этот сам умер? Так, ну, походу, все. Да, отлично. Я молодец. Подняться. Поездка. Пу-пу-пу-пу-пу. Да, видите, вот о чем я говорю. То есть здесь я вообще падал хер знает сколько. Но зато урона вообще не было. Зато если я сейчас по идее спрыгну, я сразу сдохну. Так, что за дерьмо? Лестница это средний уровень, чтобы враги и мобы тебя не заметили. Тупой ниндзя, пошел вон. Кстати, подожди, я там могу сокращение пути открыть? Люль. Ну, как обычно, что меня может убить? Что может меня убить? Злобные монстры? Куча убийц? Нет, меня убьет какой-то странный выстрел с лука. Ты думаешь, ты спасся? Нет. Это всего лишь доля надежды на то, что ты спасся. Хер тебе, а не спасение. Пошел вон. Так, тут нужно подумать. Я то, чтобы пойти сокращение пути открыть. Так, только осталось понять, где сокращение. Так, сверху. Thanks. Так, а теперь у нас еще есть две развилки. Три развилки. Сюда. Возможно, сюда можно спрыгнуть. Ну и логично, что нам сюда, потому что там будет босс. С вероятностью 95%. Так, процент улетучился до нуля. Да, процент улетучился до нуля. Хотя подождите, они стоят лицом сюда. Значит, я должен наоборот был отсюда идти к ним туда. Если верить, как стоят модельки. Адьос, амигос, еще увидимся.
О, владение наблюдателем. Так, а что я открыл? Сердце. От сердца, да, мы открыли проход. Да. Я еще думал, что здесь будет хотя бы минус, ну, мини-босс. Тихо, я слышал врага, поэтому валим. Ну что, владение наблюдателя. Поехали. Да, мечи, мечи, мечи. Смотрите, Ого. Вот это его единственная опасная атака, это рывок. Ой, боссы такие сложные, наблюдатель бит. А, подожди, и кстати, тот призрак тоже был наблюдателем. Ключ к клинкам получен. Хранитель убежища, ты хорошо поработал. Мои братья никогда не разделяли моего стремления к конечной цели. Довольно своим собственным правилам. Чистилище. Они запечатали в полном предбрежении. Запечатали от меня вечные врата. Пойдем со мной. И ты увидишь, как я, сам Яза, достигаю конца вечности. Ага. Все, конечно, круто. В соборе я увидел, как растворяюсь во тьме. Но я вернулся, чтобы быть рядом с вами в конце вечности. Мы — это все, что осталось. И мы не позволим сам Язи победить. Дома меня лишь доходили слухи об этом месте.
сумерки вечности. Говорят, здесь началось существование. И здесь оно закончится, если семья добьется успеха. Сам ад не сходится на нас. Было честью бороться с тобой. Пора положить этому конец. Не, конечно, все, я ничего не говорю, все прикольно. У меня 35 тысяч, куда мне их девать? Вы что, издеваете? О, да ладно. Прости, воин, тебя обманули. Сам я заначал штурм, вечно древо. Если это древо сгорит, сгорит с ним и вечность. Ты должен войти в портал и восстановить существование. Так, ладненько. Мне то плевать. Мне нужно немножечко валюты. Ну, я изначально думал, что он враг. Ну, типа... Как бы... Да. Как бы я ожидал этого. Так, поездочка. Ладно, давайте тогда сделаем, знаете что? Поизучаем в натуре, подкрываем, пока время у нас есть. Так, первое это сюда, да, мне надо? Короче, просто по прямой вниз. Что-то немножечко не туда. Хотя не, подожди, туда. Это, видите, секретный, оказывается, проход. Ну, блин, был бы он еще лучше секретным, если бы не было бы видно его. Так, это вот уже плохо. Сойдет. Да, и где весь урон? Правильно, урона нету.
Да, мой. Еще один череп. Ладно, давайте, думаю, на этом мы закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.